Добрый день. Куда вам? Добрый день. В Акарсон. Идите прямо. Хорошего дня. Окей. Ладно, фиговая шутка. Если вы устали, я могу сесть за руль. Раз я женщина, значит, не умею водить? Нет, что вы. Я вообще за равенство писек. Я тоже. Все они должны быть по 20 сантиметров. Снова шутка, да. Что собираетесь делать в Акарсоне? Найти своих жену и сына. А вы замужем? Я нет. Нет, спасибо. Слишком разочаровали прошлые отношения. Ну, хотя не буду вам этим докучать. Нет, вы не докучаете. В общем, мы были вместе 3 года. Встретились на маскараде. Я была Майклом Джексоном, а он школьником. Мы сразу же спились. Но не волнуйтесь за меня, все хорошо. Я его уже забыла. Ну, тем лучше, значит, все круто. Это неправда. У меня не получается его забыть.